Вот чего-то, казалось, не хватало на стене. Ну, просто скучно, наверное, было. Все в розах. Поэтому мы решили сделать вот такой декор на стен. Я свою стрекозу уже сделала. Девчонки своих мегамозгов делают. Но мне же надо быстро все раз-раз и сделано. Вон. Трафарет мы сделали, теперь они их выравнивают. Да, Регина, получается у тебя стрекоза? Мы снимаем им стрекозу. А что А, тебе? получается. Я А стрекоза, что там? я Ты же стрекоза. тортики делаешь, какая разница? Вот работай со шпаклевкой, выравнивай. Да. Тортики по кайфу. Трафарет? Мы вырезали обыкновенный трафарет. Вот, дай нам не трафарет. Иди покажи наш трафарет. Ты бишь обыкновенный из обыкновенного картона. Мы вырезали Он такую целый, штуку. не выйдет, а шампур. Это уже раскис. Вот. Так что вот элементарные вот такие мелочи. И стена уже совершенно смотрится по-другому. Теперь у меня головная боль. Буду рада даже каким-то советам. Потому что пока они будут сохнуть. Я вот думаю, каким цветом их покрасить. Либо оставить белым. Либо лишь чем-то покрасить. А мне можно белый цвет покрасить. Можно, можно. Шпаклевка и так белая будет. Нет, Да. мы можем все равно покрасить, когда не было. Вот немножко так приукрасили. Но на одной стене этого будет достаточно. Три девчонки, три стрекозы. Почти Как-то так. одна уже тетенька, девушка. Я имею в виду девчоночья комната. Три девчонки здесь будут. Ой, клоуна. Вот такое коротенькое видео. То бишь небольшое дополнение.